Вакцины Pfizer или AstraZeneca защищают от дельта-варианта коронавируса почти так же эффективно, как от альфа-штамма. Такой вывод сделали ученые. Доклад об исследовании опубликован в медицинском журнале Новой Англии. Специалисты выяснили, что Pfizer на 88% предотвращает заражение штаммом дельта. В случае с вариантом альфа вакцина эффективна почти на 94%. AstraZeneca защищает от дельта штамма на 67%, и от альфа почти на 75. При этом обе вакцины в высокой степени предотвращают тяжелое протекание болезни. Сейчас во всем мире у зараженных в основном выявляют дельта-штамм. Впервые его обнаружили и описали в Индии. Это мутировавший вариант, который считается намного заразнее изначального вируса. Он также активнее заражает подростков и молодежь. Между тем, врачи предупреждают, что наиболее эффективны вышеупомянутые вакцины именно после второй дозы. После первой препарат Pfizer эффективен только на 36%, а астрозеника на 30%.